Здравствуйте, Елена Васильевна. Восхитительно сегодня выглядите. Я хотела бы вас спросить. Сейчас некоторые прекратили снимать фильмы, потому что боятся, что не соберут прокаты. Как вы отважились на такой шаг и все равно снимаете фильмы? Вы знаете, хороший такой вопрос. Действительно, у нас в Москве вообще невозможно снимать кино. И мы начали, когда первая волна была пандемии, благодаря Санкт-Петербургу и городу Всеволожск, мы прекрасно сняли кино детское, замечательное, где у нас снимались спортсмены, ребята. И вот как раз в этот период у нас были все актеры. Ну, 60-100 человек у нас снималось, ребят. Все благодаря школе спортивной, этому городу, главе города Всеволожска, Низовскому Андрею Александровичу. Очень благодарны. И вот, заразившись этим, мы приехали опять снять кино. И, к сожалению или к счастью, мы не коснулись уже периода пандемии, но она нас сейчас застала, а у нас вчера был последний съемочный день. Так что нам очень везет в вашем городе, мы его обожаем, руководители, и говорим спасибо. И сейчас у нас в декабре будет третье кино. Вы так интересно все рассказываете про фильмы. Я думаю, в большинстве за это вас сегодня награждают премией, потому что видеть идею и воплощать ее в реальность — это надо большой иметь опыт и талант. Я бы хотела бы у вас спросить, сколько времени у вас уходит на подготовку фильма? Ну, на подготовку фильма все зависит от количества съемочных дней этого фильма. Самое маленькое — это месяц, а в основном до 3 месяцев. Вот сейчас сказка, которую мы снимаем в Узбекистане, про фею с графикой, подготовка идет уже 5-й месяц. Ну, пандемия немножко тоже помешала. А сколько вообще снимается фильм? Фильм, ну, на фильм отводится 1,5-2 года. Мы делаем за 1,5. То есть после съемок, постпродакшн, который занимает большое время. В общем, 1,5 года. Очень за год снять, если захотеть постараться. А что вы могли бы пожелать начинающим продюсерам, которые только-только начинают свой путь? Ну, самое главное, конечно, это найти денег сегодня. Это самое главное для продюсера. Потому что время сложное. И деньги сложно найти на кино, так как проблема проката и всего. Поэтому самое главное — деньги, а все остальное — научиться работать и все. А фильм уже кто-то инвестирует, правильно? Наш фильм снимается при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. И с инвестором тоже, конечно же, вместе. Статуэтка и диплом вручается сценаристу, режиссеру, продюсеру Мосфильма Елена Васильевна Борисова. Спасибо огромное, так неожиданно и приятно. Я очень хочу поблагодарить ваш город и людей, которые помогали нам и помогают снимать кино, которое поддерживает Министерство культуры Российской Федерации. Спасибо огромное вам.